В очередной раз здравствуй, Ярослав. Здравствуй, Игорь. Мы с тобой, к сожалению, собираемся только по грустным поводам. Последние 2,5 других года. Не бывает. Ярик, ты когда собираешься выигрывать? Я собираюсь выигрывать в ближайшее время. Вопрос, который мучает очень многих. Но не потому, что они не хотят этого. Хотя некоторые хотят, но вот мучает. Какого хрена ты до сих пор в составе? Ну, как сказал один очень мудрый человек, а я все-таки его сын. Как сказал один очень мудрый человек, а я его все-таки его сын, состав строится вокруг Микошки. Ты имеешь в виду, что ты сын Корбана, что ли? Ну, конечно. Я сразу на это делаю намек. Как сказал очень один мудрый человек, а я все-таки его сын, Микошка, наш кандидат. Вот, видимо, поэтому я до сих пор и тут. Люди верят в меня, а я верю в людей. Угу. Получается, что мы сотрудничаем на доверии. Думаю, если бы я был плохим игроком, я бы вряд ли смог задержаться в составе. Значит, все-таки что-то тогда я могу. Вот как-то так, наверное. Почему ты сел на тройку? Я так понимаю, у тебя был выбор, куда сесть. Если состав строился вокруг тебя, то ты выбирал. Ну, в какой-то мере я мог сесть, наверное, на любую роль, если я прям захотел. Ну, как я и сказал, то есть люди мне, которые в организации, они мне доверяют, и я и сам думаю, что если я захочу прям сильно-сильно научиться играть на какой-то роли, то со временем я смогу, короче, добиться какого-то успеха определенного. Угу. Но почему именно тройка? Наверное, потому что сейчас такой патч, что эта роль, ну, наверное, действительно не очень сложная относительно других, то есть того же кэрри или того же мида. И я такой думал, как-то сидел, блин, что-то устал немного играть на пятерке, как-то чувствую, что могу делать больше. То есть и каких-то героев интересных там тренировать, например, необычных, и пытаться возле них строить какие-то стратегии. На пятерке я не представлял, как я это мог делать. Не знал, каких героев я мог, ну, так, натренировать, чтобы с ними придумать какую-то стратегию. И вот в какой-то момент я подумал, что, блин, хочется попробовать. Ну и там начал немного поиграть в паблике. У меня была условно где-то неделя. Ну, я за неделю определился, что да, точно хочу попробовать. Через неделю мы сформировали состав, там начали играть в тестовые игры, там более-менее что-то получалось. Я где-то, конечно, ошибался, но верю, что с опытом ошибок будет меньше, и я буду делать вещи намного лучше. Что касается текущего времени, то, не знаю, мне кажется, я играю неплохо. Точнее, я думаю, что, наверное, хорошо, в моем понимании. Я уверен, что я делаю, ну, интересные вещи, но делаю также и очень глупые ошибки, которые зачастую являются, наверное, ну, критическими для моей роли. То есть мне не хватает, наверное, понимания, когда мне, ну, стоит там просто отойти, не жадничать, там, не добивать условно крипов, просто отойти, подождать. А, может, там, наоборот, не бить крипов, а заходить там на руны. То есть, ну, вот каких-то таких моментов, которые необходимо довести до автоматизма. Я уверен, со временем мне придет это понимание, когда лучше и как сыграть, и Я буду играть еще лучше. Угу. Ты в своем новомодном твиттере указал, что ты уже отыграл на всех 5 позициях. Когда ты успел-то? И где? Ну, в Империи, я понимаю, это был 4-й, 5-й, сейчас оффлейнер. А где ты был мидером и кэрри? Так мидером я в Империи был. А кэрри? Небольшой период. Кэрри это, наверное, период, когда я играл в Yellow Summer еще. Мы там, ну, на самом деле, наверное, громко сказано все-таки будет, что я переиграл прям на профессиональном уровне на всех ролях. По сути, это так и есть, просто уровень игры на каждой там роли практически, он просто менялся. Вот, например, я играл на кэрри, это было в составе Yellow Submarine. То есть я там играл где-то год, ну, или примерно так вот я тогда играл на кэрри. Мы там добились не самого плохого уровня игры. И там был практически уже такой полупрофессиональный уровень, наверное. Потом я уже, да, пересел на 4-ку, это в Team Empire было, там и бились довольно, ну, с грандами уже, можно сказать. Потом я быстро пересел довольно-таки на 5-ку, там мы тоже добились высокого уровня, то есть выходили на International, тоже играли с грандами. То есть, наверное, на 4-ке, 5-ке я действительно, можно сказать, поиграл, ну, на профессиональном уровне. На миде я играл тоже в Team Empire, но это был очень короткий период. Я там успел поиграть, конечно, какие-то официалки, но это, наверное, сложно сказать, что я был мидером за свою карьеру. Ну, чуть-чуть поиграл, но немного. Ну, а вот третья позиция,
я хочу взяться за эту позицию довольно основательно, то есть подойти к этому вопросу серьезно и, надеюсь, поиграем против всяких грантов именно в таком составе, где я буду на третьей позиции, и можно сказать, что я на четырех ролях, наверное, уж точно побывал. А ты в «Империи» дольше всех, каждый раз это говорю, вот, и все это не забывают подмечать в комментариях, вот. За это время было много решафлов, многих покикали, многие сами ушли, а ты все оставался и оставался. Так вот, ответь на вопрос, о каком игроке... Нет, есть ли игроки или игрок, который, покидая, вот покинул Empire, и ты об этом жалел? Опять же, как я и говорил уже, что я вообще не люблю сожалеть о чем-либо, то есть, сделал выводы и все, хорошо, живешь дальше. Неправильный вопрос тогда. Были ли вот эти мувы, с которыми ты был внутри себя не согласен? Что этот игрок должен покинуть команду. Вот ты был не согласен. Ты не то чтобы не согласен, согласен. Просто понимаю, что вот этот игрок уйдет и будет, наверное, обидно. То есть, потому что с ним можно было бы добиться хороших результатов. Это, наверное, точно Рамзес. Вообще, в принципе, тот состав у нас был очень хороший. Если бы мы смогли сделать подобрать хороший момент, сделать, наверное, правильную замену и сохранить свой состав, то сейчас бы, конечно, все было по-другому, и непонятно, были бы Virtus.pro или Team Empire там на первом месте в СНГ, так сказать, все такое. Вот. А так, еще какие игроки? Наверное, еще Санат. Вот Санат был очень таким приятным игроком, с ним очень было комфортно, приятно играть. Может не сказать, что он был там крутым игроком, играл очень здорово, но с ним было все равно очень приятно. И как-то обидно, что мы с ним так быстро расстались, и я даже с ним не успел поиграть какой-то продолжительный срок. И вот можно, наверное, даже сказать, что я немного сожалел, что мало с ним поиграл. Resolution еще, наверное. Мы с ним не были в составе, по сути, не играли, но когда он был на замене, с ним было тоже здорово играть. И хотелось бы с ним поиграть, наверное, в команде чуть больше, чем один турнир. А че вы его не загробастали тогда? На волне-то? Да ты что, шутишь? Взял он и пошел в Team Empire, да, такой? Так, там сидят пацаны, давай по очереди. Вот Союз пришел, по факту, на четверку. Угу. Жотом сказал, что это лучшая четверка в СНГ. Да, Союз? Да. Вот. А ты как думаешь? Не знаю насчет лучшей, ведь все-таки я еще играл на четверке. Он сказал, что он сейчас лучшая четверка в СНГ. Сейчас. В СНГ, да? Да. Жо там подчеркнул, без рофлов лучшая четверка в СНГ. Блин, мне сложно, если честно, оценить. Я не слежу за тем, как он играет, и не сравниваю его с другими четверками. Егор, наверное, больше в этом деле. Угу. И времени, и опыта. То есть он там смотрел же всякие квалификации, там на International, и там не только, и всякие. В принципе, он тренер, аналитик, блин. У него больше времени и информации о всяких игроках. И ему есть, слово забыл. Олег лучшая четверка в СНГ, играет здорово. Человек интересный. Не совсем его еще до конца понимаю во всех моментах, но думаю, со временем мы лучше станем понимать друг друга и будем всех побеждать. Хорошо, перейдем вон к говоруну. Моден. Лучшая пятерка в СНГ или нет? Ты лучшая пятерка в СНГ? Пока нет. Наверное, я с ним соглашусь. То есть, ты глупо спорить. Слушай, да нормально же. Нормально, согласился, все, действительно не лучшее еще. Так. Это реально пока не понятно. Действительно, да. Ты мне все сбил. Так, еще раз. Давай, про Модена. Так, про Модена. Тоже, кстати, Игорь. Насколько я знаю, все Игоря, они вообще крутые чуваки. Когда мы его тестили, то есть это вышло довольно спонтанно, то есть я довольно резко пересел на тройку, и мы искали пятерку, и решили попробовать поиграть с ним. Наверное, он смог у нас задержаться, потому что он довольно говорливый, как вы уже успели услышать, если услышали, конечно. То есть не стесняется говорить, то есть предлагать что-то, инициативный довольно паренек такой, доброжелательный, спокойный. Нам показалось, что с ним может получиться хороший состав, и поэтому он с нами. Заур. Заур,
я с ним уже знаком, так сказать, играл на Везге, еще там где-то мы там с ним пересекались. Вообще, в моем понимании, тоже крутой чувак, умеет тащить игры, как вы уже заметили. На него, ему можно доверять в этом плане, то есть его можно ставить на позицию один. Если вы сделаете ему благоприятные условия, он вам затащит. И именно это мы и стараемся делать. Так хорошо, как будто ты его рекламируешь уже в другую команду, если вы дадите прикольно условия, он вам затащит. Нормально, нормально. Молодец. Как раз в империи маркетолога сейчас хорошего не хватает. Потому что Заур крутой чувак, мне с ним приятно играть, и надеюсь, мы с ним выиграем еще не один интернешнл. Новый тренер, новый старый тренер сказал, что у тебя нет яиц. Чего еще раз? Новый тренер Team Empire, новый старый тренер Team Empire, Егор Жотан Сурков сказал в мае, что у тебя не было яиц год назад, и поэтому из тебя был такой себе лидер. И сейчас вроде как с твоими яйцами все в порядке, по его заверению. А как ты можешь охарактеризовать его год назад и сейчас? Ну, блин, Егор вообще не меняется, на самом деле, не знаю. Он вот, знаете, вот такой лентяй, но иногда его... Он находит в себе мотивацию вот работать. И вот когда он работает, то получается все круто. И вот сейчас, кажется, он снова нашел в себе мотивацию. Вот у него бывают, мне кажется, как такие некоторые спады и подъемы. И вот. Сейчас он снова вновь на подъеме, как мне кажется. И он с нами. Так что мы будем снова тащить. А касаемо того, что он сказал, мне кажется, в игре на Вивере я уже доказал обратно это точно. Какой еще игре на Вивере? Да вот мы только что играли. С кем? Ну, как у них там команда? Вот, все. Ладно, последний вопрос. Я 2.5 года просил тебя заниматься медийкой. Настаивал, мы с тобой много ругались. Вот. Просил тебя, просил хотя бы с людьми начать общаться вот, по-человечески, с аудиторией. И просыпаюсь я как-то утром и считаю твой твиттер. Как я уже сказал, новомодный. Что с тобой происходит? Просто пришла вот идея в голову. Какая-то вот, возможно, лишняя уверенность появилась, и все. Нужно ее куда-то деть. Пришел в Твиттер, значит, запилил пост, и дело пошло. Че там за перепалка с Рамзесом? Да не было там перепалки. На что там за клоны? Обменялись рофлами. Ну это моё понимание. Я не знаю, обиделся ли Рома или нет, но я точно не обиделся. Не, вообще, ну, мне пытался на просто рофл. Я ответил рофлом в ответ. Ярик, обычно предлагают человеку что-нибудь сказать напоследок. Привет спонсорам передать, например. Или маме с папой. Но поскольку ты сидишь в старой футболке, надо срочно вырубать интервью. Передаю привет спонсорам Moment by HPC, Gate.